Петрозаводские школы начали выдачу продуктовых пакетов гражданам, которые нуждаются в социальной поддержке. Это дети из многодетных семей, дети, получающие адресную поддержку. 7 апреля школьники города Петрозаводска перешли на дистанционное обучение и, соответственно, обязанность органов власти обеспечить детей социально незащищенных категорий семей питанием. Льготное питание предоставляется по линии Республики Карелия в качестве завтраков и от города в качестве обедов. Сформированы продуктовые наборы, они предоставляются на 2 недели. Завтраки – это один набор, обед – второй набор. И школы города начнут выдачу родителям этих пакетов уже на этой неделе. И, соответственно, я обращаюсь к родителям, не имеющим возможности получить продуктовые пакеты в школе. Это вполне объясняется объективными причинами. Иногда у нас дети учатся не по месту проживания, а в соседних районах, рядом со своей школой. Мы предлагаем оказать такую вот меру социальной поддержки и помощи, привести на дом с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований набор силами волонтеров «Единой России». Заявку можно оставить и в управлении образования, и в своей родной школе, сформулировать о том, что необходима доставка пакета. Администрация города предоставит машины, которые сейчас высвободились в связи с карантинными мероприятиями, и мы осуществим подвоз продуктов прямо домой. Это 4 набора, которые зависят от того, сколько дней ребенок обучается. Дети 1-6 класса в школе обучаются по 5-дневной учебной неделе, дети 7-11 по 6-дневной учебной неделе. Из этого расчета питающие организации сформированы продуктовые пакеты, где указан весь необходимый перечень продуктов. Норма 1 дня для ребенка, получающего только завтрак, это 56 рублей, а для ребенка, получающего завтрак и обед, это 111 рублей. Средний вес продуктового пакета до 11 килограмм. Это из расчета на период времени с 7 по 30 апреля. В школах во время пандемии сформирован отдельный вход. Родители заходят, предоставляют паспорт и получают продуктовый пакет. Мы являемся многодетной семьей и получили 2 продуктовых набора. Если честно, я, конечно, в шоке от количества продуктов в этих пакетах. Они очень тяжелые. Вот, просто то, что показывали фотографии сейчас у нас ВКонтакте по Питкеранте, это, конечно, шокировало многих родителей. Я ожидала что-то нам более меньше. То есть там греча, сок, тушенка, ну и все. Вот. Тут, конечно, порадовала организация. Хочу сказать спасибо школе, что предоставили нам в такое трудное время подкрепиться и как-то поддержать. Плюс администрация города Петрозаводска предлагает помощь в виде организации помощи волонтерам. Если родители обращаются и говорят о том, что они вообще никак не могут прийти и получить продуктовый пакет, будет оказываться волонтерская помощь с адресной доставкой. Как видите, волонтеры партии «Единой России» на транспорте городской администрации развозят продуктовые пакеты тем семьям, которые не могут прийти на место раздачи продуктов.